Я готов. Рядовой Чугункин. Погнали. Весело. Сколько пробиваемости у пушки бронебойным? 86. А фугас 50. А, бронебойным 100, а фугасом 86. Бронебойным 110. Хорошо, буду бронебойным класть. Попробую. Или нет? Бронебойным тут как бы никого ты не пробьешь. Два, может, Т-34. В бочину, если. В бочину и фугас пробьет. Да, но он нанесет меньше, чем бронебойным. Не знаю, не знаю. Куда едем? Направо. Я за тобой вообще еду. Окей. Да, конечно, Т-28 не ожидал, что она меня так хорошо она стреляет. Так там пушка топовая, по-моему. Но все равно. Ну она монстра. А теперь куда? А теперь ты думай. Короче, ну не на мост, это точно. Смотри, куда 3-4 пойдет. Налево. Там не особо налево. Просто мы одни без поддержки вообще никак. Быстрее. Да, все за ней, короче, идти. А ты дальше проедешь, чтобы тебя арта не доставала. А там ну, уже. Ну я на удачу стрельнул, да и все. Вдруг попал. Не, я вообще на всех случаях. Надо ж как-то обозначить свое присутствие, что я тут такой крутой с толстой пушкой на ремне. Твою мать. У кого там скрежет металла? У твоего танка, что ли? Да, меня кто-то. Просто еду, никого, никто меня не светит. Там у него француз стоит. Какая арта, кстати? Здесь нет арты, у них вообще ПТ даже нет. Я не говорю, что арта, я говорю, что мне кто-то в бочину нафигарил. Нет, ты говорил, что не вставал, что. А, накроют. Ну. Да. Если сейчас встать вот. Заехать за эту горку и встать на палево речки. Получится что-нибудь или как? Нихрена ж себе заехал. Такого херово заехал, 3-4 мне перекрыло. Я бы ему сейчас в бочину 700 урона бы всадил. Я как-то поздно заметил, вообще не встал ничего. Аккуратно там Т-32. Я все вижу. Просто меня тогда бьет уже это 32 сигнал выстрел. Ща нам, попробуем. Нам как бы надо продавливать, только некуда. Нет возможности. Давай, давай, езжай, что ты стал-то, дебил, кусок. Тихо, тихо. Твою мать. Не, заряжаю фугас, хоть осколки будут лететь я по сторонам. Я что-то лагануло сейчас вообще жестко. Управление зависло? Да, ну нет, в том плане, что игра сама ничего не могу сделать, вообще не отъехать, не подъехать. Ну, чуть-чуть Т-32, это Т-34 вернее, подбежал, ну как сказать. Вон, вот свожусь на камне. Да, только бы его засветить. Засветится, когда сам вылезет. Он только что уже стрелял. Там Т-34, что ему? Каждые 5 секунд стрелять можно. Ну вот, снес ему. Не знаю, 300 минимум. Я попал, снес ему что-то. Но я попал. Но я в башню стрелял, потому что мне было. Я тоже в башню стрелял, там кроме нее ничего не видно. Ну видать, там в башню командирскую отстегивает нехило. Блин, куда он лезет боком, идиот? Да ладно там, особо. 44-ка, да. Да нет, просто, во-первых, там 1385 было, которую легче было замочить, потому что она не дает такого дамага, как 1375, может. А какая? Нет, 3485. Вот, пардон, перепутал.
Что-то мне не нравится положение на флангах и... Да, блин. Нет, там все шикарно. Ну, почти шикарно. Почти шикарно, да, тут никого не осталось. Эти двойку засветит, ты дебила, кусок. Но она должна выезжать на нас, где? Блин, промахнулся. Стой на месте, не двигайся, стой на месте, не двигайся, стой. Это я 32-ки. Блин. Лошара. Ой, как чем беги, она сюда повернулась. Всю жопу сейчас еще сзади, смотри, кто сзади. Из 3. Да как они так сливаются, я не могу понять. А куда они выехали нахер? Добивай. Да нет, я тебе про то, что смотри. Тяжи одинаковые, еще Федя был. У них остались из 3. Вон, смотри, только 1000 у него хп осталось из 1100. Ну не все. Высовывайся из-за угла, лучше поедем к сам. Давай-ка кормой. Все равно здесь ничего не увидишь. Угу. Башню не разворачивай, там 44-ка оттуда вылезет. 44-ку убили уже. Ну что-нибудь вылезет. Ну только 32-ка. Ну вот, будь готов. 32-ка побоится, потому что у нее 2%. Да не побоится и срать на нас. 2% против 2 угаснет. Ну, у нее ж крепкая башня, она уверена в своей мощи. Это ж КВ, господи, что там бояться. Ты, кстати, херово открываешь, ты там уже этих видишь, которые задеты. Так, а вот теперь... А вот теперь серьезно. Ё-твою. Я за камушком, мне все пофигу. Давай разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Выцеливай 32-ку. Ну, хоть что-то. Ну, 13 секунд перезарядки, мне уже все в бок зашли. Повезло? Не повезло. Сколько? 403. 325. Ненавижу такие сливные бои. Да пипец, я же говорю, у нас тяжи одинаково, все одинаково, ну так, прилично, ну как сказать. Плюс еще по техе. Да, при том, что у Феди 750 пробития на 400 урона, то есть это самый большой урон из всех танков, которые у нас были. Ну не считая нас. Ну ДПМ у нее, наверное, больше. Но она и стреляет там, намного чаще, чем мы, ну, и во-вторых, у нее еще пробитие. Да-да-да, вот. А тут, блин, короче, каким-то хреном из 3 целый, из целый, этот 30, как его... 32-ка тоже целая. Сам видел, как они там все повылезали только на одном нашем фланге. На остальных, я понимаю, то же самое творилось. Куда едем? Ну туда, куда я еду. Через мост, может? Да нафиг этот мост, короче. Слушай, там только ИС. И что? А две вот эти фигни, которые арта тебя накидают. Ты что сделаешь с У-8? А он тебе ваншотник. Я тебя уверяю. Ну, там домики есть для этого. Домики еще простреливаются с их первой базы. На горку выехал, стрельнул. Окей, ладно. Нифига себе, Т-49 накидал леопарду. Чё, всего снял? Не всего... А, всего уже. А тот даже ничего не ответил. Я думаю, он сейчас в чате что-нибудь ответит. Да нет, он мне так понял, вообще какой-то. Блин, припадочный. Интересно, тяжи уже проехали на этот островок? Мне интересно, мне кто-нибудь подсветит? Я-то ни хрена не вижу. Это, опа, пропустил. Да зараза. И по мосту, Копчан, фугасница твоя нужна. Еду.
А у нас минус КВ. 40% снял. Увиса в бочину. Даже 41. Что, промазал? Я слишком далеко уехал. Я сейчас только на позицию выхожу. Так. Так, шикарно. КВшка. Попал? Хедзер. А ты его видишь? А, да. Даже я его вижу. Не вижу. Должен быть виден. КВ орёт. Фугас он туда херач. Ну, по-моему, он остров пролетел и улетел на первую базу. Ну вот, может, покосал тех, кто наступает на нашу базу. Как раз. Все, заряжаю фугасы. Гад, убрался. Ой, там что-то летит такое быстро, М18. Яко-яко на нашу базу поеду, пока уж совсем не поздно. Ты стрелять собираешься? Нет, я пишу: петух твой батя. Чтоб скучнее. Тут, кстати, Хелкат где-то бегает. А, вон он. Хелкат мне страшно. Вот, ты правильно, ты его сваншотишь. А вот два Хелката страшно. Лишь бы попасть. Вдула. Абдула, блин. Тебе вдула. Одного. А второго... Не могу это... никак привыкнуть, что так снаряд медленно летит. У нас минус две арты. Нормально. Дерьмасики, дерьмасики, знаешь. Я думаю, минус три арты. Мне еще настреливают. Да ну вас нахер. Не знаю, кто тебя настреливает, так что можешь... Можешь сдохнуть, я сейчас сдохну и все. Да, у Хелки это топовая пушка. Трех выстрелов разбирает КВшку. Так, там тоже какой-то говно идет. С леса караул сейчас с тыла выскочит. Хелкат. Здесь? Ну, справа я... карта. Да, вот, да, вот, видишь. Понял. Я, в принципе, могу его заарканить. Если попаду каким-то. А, ракам. Не попал! Он быстрее моего снаряда. Блин, и по Т-50 попадает, и по всякому такому говну. Ладно, я еду на нашу базу. Ты мне помог, а то я стою тут. 30 секунд перезарядка, вообще весь печали. Хедзер. Ну пиздец. Вот невезуха так невезуха. Что в этом бою сосем? А чем поможешь? Я на базе, что ли, или где? Если накинула, я боюсь. Кого ты там попал. Боишься? Да все того же Хелка. Все, пока, Копчан. Рикошет. А я уже зарядился, сука. Давай. Миллиметра не хватило, блин. Интересное положение. На удачу! Да херня моя, удача, ладно. Что-то я неудачный в этом плане, на удачу. Сколько далек-то? 241. 400 там с чем-то. По ИСу шмальнул вполне. Ну так я ИСу 40% снял. Ну вот я про это и говорю. Сейчас прочитай, что мне в чате пишет. Нуб, не умеешь играть. Да не. О. Я твое дуло ногой шатал. О, смотри, у нас две ИСушки. И брата твоего шатал. В Р2.
Да он не играет, он ждет евро. Ну и что пишут? Насчет чего? В чатике. Ничего не пишут. А, в этой? Да пишут, короче, прикиньте, я едва... Как это? Еле зашел, короче, на третий сервер. А типа, я думал, что? У тебя личные сообщения. Не-не-не. Я лично ни с кем не общаюсь. Сейчас КВ-5 будем уничтожать. Кстати, КВ-5 хуже всего уничтожается. Понятное дело. На всякий случай. Я предлагаю туда идти, куда ИСУ. Видишь, ИСУ наверх, а мы туда в такую, как сказать, штуку. Потому что ИСУ два раза стреляли, и мы так, фугасиками так, пух-пух. Правее от города имеешь в виду? Угу. Я обычно там на Леве тусую. Ну там обычно все тяжи тусят, если там не в городе туса происходит. Тогда основное туса там. Да даже если в городе. Здесь всех запилили, вышел и уже всех с бочины расстреливают. С такой ультрадинамикой. Не, я не говорю, выходи. Как а у Лёвы нормально. Оп, кто-то едет такой крутой. Вкусно! Истри и тигр. Сволочь! По мне сейчас смолять начнет. Я за КВ-5 спрятался. Ой, ИСУшки полезли. Ну давайте, ИСУшки. Я ненавижу точность. Я ненавижу точность. Орёт, а вы прикалываетесь? Никуда. Ну ИСУ быстро ему вообще зарядили куда-нибудь. О, Федя! Мой любимый фраг. Блин. Вот, видел, две ИСУ стреляли. Правда, они какие-то нубские. Потому что они Федя вдвоём... Федя не вылезет. Я совсем сзади стою. О, Лёва! Вкусно! Это не Лёва. О! Тигр 2! Твою мать! Бей его! Нифига себе стрельнул! Кто? Да я! Но я не попал, правда, никуда. Но я ему 400... Нет, 300... Да не стреляй в меня, говнюк! Я тебя припомню на том свете! Феди замочили, остался тигр. Я капут. Чё ты капут? Нормально. Я рикошет. От кого рикошет? От тигра 2. Понимаю, там же тигр. Обращение башни частично восстановлено. Вы можете материться, не поворачивая да башню. Чёрт. Вот мне так нравится арта. Лишь бы стрельнут, вот. Ну да. Нет, чтобы по КВ-5 пальнуть, нет, он в КВ пальнет. Сейчас чихать буду. А чё? Ой, блин. Здоров. Спасибо, но я сейчас, правда, сдохну, какой тут будь здоров. А, у меня амуниция нафиг вся. Да какого фига, блядь? Сейчас я сдохну. А, повезло. Тигр пока меня боится. Никуда особо не вылезает. Но мы здесь, по-моему, в стране. Блин, у них арта уже перешла, не знаю. Да как всегда опять получается. Ну, ты сдох, и... что ли? Да. Понятно. Меня арта убила. Все, больше меня никто не стрелял. Почему АМХ-50-100 стоит в городе и ни хрена не идет забивать захват? Я отчет не понял. Ну, наверное, скажет. Нет! Зараза, ну почти. Я так надеялся на ваншот ему сейчас. Не, просто у нас и сушки дебилы, блин. Ну видно, что арта прилично точная, блин, стоит. Нет. Ёпт. И тигр бы не вылазил, если бы сушки живые были бы. Но мы хрен знает в каком положении, я не понимаю.
Да в нормальном положении, ну, на основе. Да, 50-50. Почему 50-50? Нормальное положение. Кто кого сейчас засветит? Ну вот, нормальное положение, это и есть 50-50. Не, ну у них нету нормальных танков. Какие-то уроны с задержкой идут, с дикой, по-моему. В смысле? Ну, стреляешь, урон только через там, я не знаю, через какой-то. А, ну это фугас. Не, у меня просто реально два выстрела было, когда в упор стреляю, и вообще, и снаряд летит под ноги. Ну как? Там круг, ну, за круг, грубо говоря. Ну, то есть, в смысле, вот когда ты сводишься, круг маленький, когда стреляешь, он же расширяется. И получается, что вот в этом большом круге и идет, блин. А смысл тогда сводиться? Чтоб он еще больше не был. Хуй его знает. Короче, отстой есть. Да. Но я тигра покосил. Если сейчас выиграем, я думаю, получу там 800 опыта, 900. Я ни в кого вообще не попал. Вот чем обидно. Три выстрела, ни в кого. В тигра в упор, в бочину не попал. Еще в кого-то. Ну, вроде как выровняли положение. До такого комфортного достаточно. Ему сейчас снести еще арту, и все, можно отдыхать. Да уже можно отдыхать. Ну а вдруг ваншот до 34-ки? Может быть, конечно, но... Но может быть. А может и не быть. Вот, блин, ну какого черта он встрял? Ну, вообще арта фигово видит. Во, нифига себе, она уже переехала куда. Это арта, ни хрена себе. Да. А ни хрена ж себе. Вот Т-34 молодец. Ей насрать на арту. Я плохо понимаю, куда француз стреляет, если у него тут под носом стоит СУ-152. Сейчас поплатится за свое идиотство. Да. Также я плохо понимаю, почему Су-8 стоит на месте. Мог бы уже... А, ну, в принципе, снял. Я думал, там угол будет недостаточно. Да, Лёве не повезло. Лёве. Ну, он добивал 51%. Оставил 4. Лёве не повезет, если его сейчас СУ-152 замочит, но она... Она давно его, в принципе. Да, если нет, она уже далеко его сейчас снимет, СУ-8. А, это да. В принципе-то можно было и к кустам подъехать впереди СУ-8. Так правильно, что, СУ-8 может боком стоять там, какой-нибудь такой штукой заниматься. Ну вот он подъезжает. На кусты-то видеть, чтоб видно было. Он так в кустах спрятался, просто... Не видно, ну едь вперед, ну чё там, ваншот. Да он сейчас слева идет. Я хочу уничтожение, а не захват. Сейчас слева светанется. А, я знаю, где, наверное, стоит. За домиком, за этим. Ну да. Покажите, где она стоит. Зараза. Герой битвы. Т-34. Чё, сколько дали? 1014. Ну вот. А мне дали 507. Чё, готов? Конечно, сейчас. Я смотрю, чё б купить. Движок бери. Движок, знаешь, последним делом. А чё у тебя осталось-то? Рацию или чё там? Рацию, да. Вот думаю, брать рацию, не брать рацию. Бери. Да не, нафиг. Всё равно не дальнобойный. Нафиг, нет рация. Ну окей. А чё тогда смотрел? Да вот думал, брать рацию, не брать рацию. О, арта, ну такая. Ну такая. По 300 снимать будет. Сведения не топ. Это печально.
Феди уже не топ. Куча 44, конечно. И пантеры. И два АМХ-М445 барабанные, да? Нет, 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 нет. Просто вот этот АМХ-М445, он 7 уровня, и он ИС-4 в лоб бьет. Ни в нижний бронелист, ни в щель мехвода, просто тупо в лоб. Куда? А, вот я еду, короче, вот на F4. А, ну да, в принципе, там под горочкой в ухе. Которого, через который обычно все идут-то. Вот там вплотную можно херачить. Правда, арта туда зря идет. Попробуй ему это объясни. Ему, наверное, вообще пофиг, он увидел, что он на последнем месте. Так. А, ты туда? Я не туда, я вплотную. Я понял, куда, но я хочу отсюда. А что, ассасина? Я говорю, отсюда. Купи прям танк. И будет все в порядке. 50, не буду запариваться. Дальше что? Пантера, пантера, Т-44. Пантера круче. Ее бочину так хорошо ваншотить. Уйди от меня, КВ-3. Там еще типок есть. Не дай бог, этот даун меня засветил. У вас в бочину заходит этот типок. Я вижу, я в него и целюсь. Не хочет подниматься никак. Твою мать! Снега много, урона нет. Почти вплотную, причем стрелял. Обидно. Окей. Отъезжаем. Конечно, малявки стоят, типа Т-50, вроде тоже опасные, но на них тратить. 30% сплэшем сбил 44. Давай, детка, давай, детка, давай, детка, давай. Я ему, конечно, 700, по-моему, снял, но... 700? Это кому? 44-ки. Не 700. Вот я этому 44-ки снял. Ой-о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 й. Для меня средние танки вот таких уровней самые страшные, по-моему. Правильно, они стреляют вообще по 10 выстрелов. Да. Пантерку, по крайней мере. Вот куда Федя лезет? Вот дебил кусок, блин. Не, Федя хороший. Прости. Кроме фары никуда не пробивают. Куда он лезет, я не понимаю. То, что его закружит и в бочину насует, то это да. Да он боком из-за скалы решил, видимо. У меня уже 26-12. Прикинь, перезарядка. На 85% экипажа. О-о-о, вот это вот совсем, знаешь, плохо-плохо. А что, ну отходи еще дальше. Я отхожу просто максимально. Сейчас я тебя прикрою чутка. Слава богу, пока на меня, ну, никакого внимания. Ты что, стрельнул, что ли? Нет, не верю. О, начали. В типок попал. Не знаю, сколько снял. Надо отходить назад до самого угла, вот этот поворот. Отходи, Копчан, все, отходи. Отхожу, отхожу. Не парься, а то тебя там так колбасит по-жуткому. Да нас опять сминает вообще по-жуткому. Да. Такое чувство, что мы в топе должны тащить просто жутко. Как так? Непонятно. У них и тяжи больше. Слушай, ты бы не так до упора бы сдавал сразу все позиции. Отходи, отходи. Ну там же толпа сразу. Куда отходить-то? Ну а нет, ну... Ну ты обратно не успеешь отойти, у тебя 25%. Смысл того, что ты сейчас один раз стрельнешь. Все равно уже... Ну, я сейчас стрельну один раз и...
Не успеешь отойти. Они пока побаиваются. Ты бы меня сменил бы на месте, вот. Был бы. На каком? Ты там вообще не в теме. Ну вот, да. Я херово попал. Теперь у меня перезарядка, чем? Печаль. Надо отходить на туре. Без вариантов. 10 секунд еще у меня. 10. А их четверо, пятеро. Жесть какая-то, что-то да. Ну, СТшки в таких количествах это. Это да винегрет. Нет, у нас дебилы, блин. И тяжи не могут ничего сделать. А на это направление тяжи-то вообще пошли? На это, а, да, ну из, ты... из был и Федя. Ну, Федя слился непонятно, потому что он тоже куда-то проперся. Так вот, вот я тебе говорю, Федя дебила кусок. Не, вот, вот на том направлении у них был один тяж, всего лишь один тяж. А у нас 34-ка с СМ-3 не смогли его пройти. Ну как бы смогли пройти, но там остался нубский тяж, и который всех, как бы, короче, КВ-5, ИС-3 и 40, ой, и 34-ку. И с третьего, грубо говоря, убил, 44-ку половинчатую оставил. И что это за херня? Сейчас, секунду. С вами. А нет, получается, у нас не было ИСа третьего. Был у нас ИС третий. Ну, был. Ты имеешь в виду у нас на фланге? Да. Я же говорю, у нас тяжи вообще не было на фланге, походу. Короче, Федя, блин, дебил. Вот я видел его действия, что он творил. Вот я и сказал, что он какой-то странный. Ну да, 3-4 здесь уже просто загрызли. Утили.